Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. В доме моего отца много комнат, и если бы это было не так, то разве я сказал бы вам: «Я иду приготовить место для вас»? И если сейчас я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Вы знаете путь туда, куда я иду. Фома сказал ему: «Господи, мы не знаем, куда ты идешь, как же мы можем знать туда путь?» Иисус ответил: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали и Моего Отца. И сейчас вы знаете Его и видели Его». Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Иисус ответил: «Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь я уже столько времени среди вас. Кто видел Меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить: покажи нам Отца? Неужели вы не верите, что Я в Отце и Отец во Мне?» Слова, которые я вам говорю, не мои слова. Это Отец, который живет во Мне, совершает Свою работу. Верьте Мне, когда я говорю, что Я в Отце и Отец во Мне, или верьте, по крайней мере, по Моим делам. Говорю вам истину: кто верит в Меня, тот сможет делать то, что Я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. Чего не попросите во имя Мое, Я то сделаю.